В эфире первый в этом учебном году новости МИЭТ-ТВ. В студии Софья Демкина. Здравствуйте. Начало года порадовало нас прибытием ровно 1000 первокурсников. Все лето МИЭТ неустанно принимал абитуриентов. О приемной кампании 2013 года расскажет Елизавета Егитян. Приемная комиссия МИЭТ начала свою работу 18 июня и закончила 10 августа. Все это время сотрудники неустанно принимали и обрабатывали данные абитуриентов, оформляя личные дела. Позже папки с важными документами отправляли в сейфы под охрану нескольких человек. Работа не стоит на месте. Как только часы бьют 10:00, абитуриентов пускают в Дом культуры МИЭТа. Очередь уменьшается лишь к обеду. Несмотря на такой плотный график, ребята успевают провести несколько экскурсий по нашему университету и помочь старшим сотрудникам. Каждый день приходит огромное количество абитуриентов, особенно в начале дня. Дни бывают очень насыщенные. Они буквально выстраиваются к тебе в очередь, задают очень-очень много вопросов наперебой, перебивают друг друга. Иногда ты просто не успеваешь, но день проходит вот так вот, как белка в колесе, все крутится, крутится, крутится. И это на самом деле здорово, потому что активность наша все. Трудиться в приемной комиссии непросто. Во-первых, на тебе лежит большая ответственность. Ошибок при вводе данных допускать нельзя. Во-вторых, конфиденциальность. Каждый сотрудник подписывает документ о неразглашении личной информации. В-третьих, от того, как ты расскажешь о своем университете, может зависеть выбор будущего студента. Поэтому приходится выкладываться на все 100. Я в приемной комиссии работаю уже 3-й год. Мне очень нравится вот эта работа. Она интересна тем, что в отличие от учебного года, когда мы уже работаем со студентами, здесь можно видеть, какие к нам идут абитуриенты. Всегда приятно с ними говорить и привлекать в наш институт. Приятно очень, когда приезжают ребята с хорошей школы, с хорошей подготовкой по физике, по математике. Мы таким ребятам очень рады. Этим летом 6 дней в неделю. Почтовая сеть, телефон, электронная почта, социальные сети, приемная комиссия МИЭТ на любых линиях. Было обработано более 3000 анкет. Абитуриенты приезжали из самых разных уголков России. МИЭТ открыт для всех. Абитуриентам, ну или студентам, первокурсникам, во-первых, я бы хотел поздравить с поступлением в технический университет, один из лучших Российской Федерации, который я сам закончил более 40 лет назад. Конечно, желаю учиться с удовольствием. От учебы нужно получать удовольствие. Тогда все будет получаться. Еще до начала учебы у Слоников была возможность познакомиться с преподавателями и активистами университета. Где? На товарищеском футбольном матче. Подробности игры и финальный счет в сюжете Александры Хреновой. Давно забытая традиция. После длительного перерыва уже 2-й год подряд проходит футбольный матч между первокурсниками и преподавателями. Обычно победа на стороне последних. Кто выиграет в этот раз? Большинство зрителей пришло болеть за первокурсников. В этом году желающих поиграть гораздо больше. Все настроены серьезно. От соперников выступали не только преподаватели, но и студенты-активисты. Первый тайм начался. Обе команды рвутся в бой. Мяч в воротах первокурсников. Но уже вскоре они сравняли счет 1-1. Во втором тайме преподаватели стремительно ринулись в атаку. 3 мяча подряд попадают в ворота противника. Счет 4-1. Когда уже казалось, что победа за преподавателями, первокурсники молниеносно забивают 2 гола. Остаются считанные минуты до конца 2-го тайма. Игроки продолжают упорно добиваться победы. В итоге еще 1 гол в пользу преподавателей. Но первокурсники настроены только на победу. Вскоре они забивают 2 гола, тем самым сравняв счет. 2-й тайм заканчивается ничьей. 5-5. Принято решение сыграть 2 тайма по 5 минут. Команда первокурсников забивает мяч. Трибуны ликуют, но это еще не победа. Преподаватели забивают 1 гол и сразу же 2-й. 7-6. Победа. Это была напряженная игра. Обе команды выступили достойно, но выигрывает сильнейший. Мы поздравляем команду преподавателей с очередной победой, а первокурсникам желаем успехов в учебе. Александра Хренова, Владимир Володин, МИЭТ ТВ. 30 августа в МИЭТе прошла традиционная конференция профессорско-преподавательского состава.
Собрание сотрудников и преподавателей проходит в МИЭТе в начале каждого семестра. Перед пришедшими выступили ректор МИЭТа Юрий Александрович Чеплыгин, первый проректор Владимир Александрович Беспалов, проректор по научной работе Сергей Александрович Гаврилов и проректор по учебной работе Ирина Гургеновна Игнатова. Речь шла о приоритетных образовательных задачах в новом учебном году и о направлениях научной деятельности, а также о системе оплаты труда преподавателей и об итогах приемной кампании этого года. В последнюю пятницу лета еще недавние абитуриенты стали настоящими студентами МИЭТа. Состоялось вручение студенческих билетов. Смотрите репортаж Елизаветы Егитян. На площади перед университетом прошло торжественное посвящение студентам МИЭТа. Церемонию открывали фантастические путешественники во времени доктор Эммет Браун и Марти Макфлай. После традиционного приветствия символов факультетов первокурсников поздравил ректор МИЭТа Юрий Александрович Чеплыгин. У вас впереди годы учебы. Это, по сути, самые лучшие годы вашей жизни. Заместитель префекта Зеленоградского административного округа Андрей Евгеньевич Новожилов пожелал студентам отличной учебы. После ведущие устроили председателем студсоветов факультетов мини-экзамен. С какой ноги надо встать утром, чтобы успешно сдать экзамен? Нужно хотя бы встать. В продолжение концерта зажигательный танец от шоу-группы «Лето», а лауреат международных конкурсов Юлия Бычкова спела песню из мюзикла «Призрак оперы». И вот первокурсники уже произнесли клятву МИЭТа. Деканы всех факультетов вместе с ректором подписали символический студенческий билет. Позже ребята смогли получить и свои. Теперь они уже не абитуриенты, а самые настоящие МИЭТовцы. Поздравляем! МИЭТ, да, действительно стоящий вуз, и его статус научно-исследовательский университет. Ну и вообще, даже симпатично очень. На американский институт похож. Симпатичное здание. Интересно, сейчас ходим по нему, смотрим. Отличный институт вроде. Ну, пока непонятно, но первое впечатление хорошее. Елизавета Гитян, Михаил Кириллов, МИЭТ ТВ. Семестр только начался. Впереди множество ярких событий и впечатлений. Следите за эфирами МИЭТ ТВ и будьте в курсе. Выпуск провела Софья Демкина. Удачного вам дня. До свидания.